Что я могу сказать? Этот микрофон мне советовали вы же. Я у многих спрашивал, очень многие советовали этот микрофон, и он реально неплох, я буду его использовать для стримов. А другой микрофон, то есть на стримах этот микрофон будет, вы ничего с этим не сделаете. Я единственное могу сейчас вот так вот сделать, чтобы вы мне не доставали, вот так вот, чуть-чуть почетче. Ты ей пожелай. Ой! Линк. Линк, хватит. Линк, Линк. 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 Кормят одними овощами, а мне мясо хочется. Я бы все отдал за сырую рульку. На, мужик. Добро пожаловать, я бы все отдал за сырую рульку. Узнаю этот запах, это сырая рулька. Платят мне мало, но ради мяса я готов на все. Продашь ее мне. Ты такой агрессивный за мясо, сраные мясоеды. На, держи. Правда? Я скупиться не буду и дам тебе за нее 100 рупий. Мне стало лучше, спасибо. Если раздобудешь еще сырую рульку, неси. Ты что с ними делаешь? Дебил, ты куда полетел? Папка! Наверное, это был не папка. Повезло ему, повезло. О, как раз под кабана. С чем на кабана ходил? Железной кувалдой. Куда полез, Линк? Линк! Линк! Снова наступила кровавая луна. Ты живой! Последний меня узнал, когда мы 3 дня назад, или 2 дня назад, я уж не помню, прости, парень, прогуливал собаку. Привет, говорит. Я говорю, привет. Как, говорит, собачку зовут? Я говорю, Эван, он не кусается, говорю, ну, давай, типа, погладь, ничего такого, он абсолютно мирный. Сам думаю, ну, ништяк, не узнал. Он такой, а как Тося? Я такой, бля, короче, хорошо, говорю. Он говорит, привет, ну, в общем, типа, ла-ла-ла, там, и говорит, и передай привет Шусу. Он про тебя такие хорошие вещи, говорю, я такой, урыли, типа, а то я не знаю, угу. Как могут любовники друг про друга плохие вещи говорить, боже. Я сегодня прогулял собаку. В смысле прогулял. Просят расписаться на груди? Нет, к сожалению. Только на попах. Вышла Мифа на крыльцо умывать свое лицо. Сунулась, а нет лица, вспомнила, что умерла. В смысле? Чат, приготовься к очень эротичным звукам. Но сначала я поймаю вот этих летающих тварей. Потому что в этой местности, похоже, только твари водятся. О! Ну стой! Подожди, а что-то написано? А, это я читал, да? Рецепты Мисы. Ага, жареные бананы. Пу-пу. Пиду. Все. Мэрвин, доброе утро. Медовый месяц, такой дыре уже не придумаешь. Муж все просит прощения за то, что притащил меня сюда. Но я ему сказал, если не хочешь развода, дай мне печеное яблоко. Мне даже временами бывает стыдно от того, что я ведусь на такие вот реально байты. Влазь. Я знаю, что ты там. Так. На. Это ты меня освободил, что ли? А я думала, какой-то мускулистый, сука, как ты меня пиздишь. Но ты тоже ничего.
Благодаря тебе ко мне вернулась сила. За это я могу улучшить твои вещи. Час моей руки хватит... Ой. Хватит на то, чтобы улучшить твои вещи до предела. Давай. Это улучшение 4 уровня так выглядит? Улучшим что-нибудь еще. Давай. У меня нет деревянного оружия. Вот у меня... Тося. Ну, Тося. Вот Тося. Видите Тосю? Глаза только видать. Тося пришла. Внимание, ты. Вебку на алкашей наведи. Тося. Кого ты любишь больше, Эвана или Тосю? Тосю. Эвана я вообще не люблю. Зачем думать, когда есть кувалда? Я всегда так и думаю. Здравствуйте, цапли. До свидания, цапли. Лисичка, ты этого не видела. О, там папка, подожди. Если там папка... В общем, я надеюсь, вы на меня не обиделись. Я пошутить просто хотел, а сейчас думать, наверное, как-то слегка грубовато было. Надеюсь, что нет. Здравствуйте. А чё у вас тут так темно? Как-то... Как-то странно. Как-то... Шарик! Ты хорошо подумал? Слушай, в этой игре же еще как-то можно собаку приручить. Я так и не понял, как. Дедушка полетел за ней и увидел в ее животе кое-что очень важное. Запоминай. Это было... Что? На этом месте я всегда засыпала. А, ты девочка. Поэтому я не знаю продолжения. Зато я знаю, где то большое дерево. Вон там, видишь? А. Гром гремит, земля трясется, Блэк к Пае бежит, несется. Все это заметила Мифа. Теперь Блэк выглядит криво. Криво. За всем этим смотрел писец. Теперь Зельди полный звездец. Хорошо, но при чем тут Блэк? Это же Линк. Вообще надо у Nintendo выключить новый DS. Типа там, ну, видео создать. Типа... Типа, ну, ты понимаешь. Конечно, мне никто не даст. Бросок от бога. А, иди сюда. Давай. А? Чё ты? А? Чё такое, не понял? Ай. Договаривались же по-нормальному. Это какой-то особо конченый. Сейчас я довыпендриваюсь. Тур, сколько у тебя СМЭ? Что такое СМЭ? Средств модернизации. Это была тупая шутка, прости. Ну, не более тупая, чем твой вопрос. Не задавай его больше никому. Хорошо. Я продаю драгоценные материалы. Камней у нас много. Ага. Так, ясно. Пока. Он кричит ура, когда я заканчиваю с ним разговаривать. Я его настолько бешу. Не бойтесь меня. Привет. Привет. Спасибо, что пришел на свадьбу. Все так замечательно прошло. Ты что, плачешь? Нет, класс, что-то попало. Строительство новой деревни завершено. Без тебя ничего бы не вышло. Бомбануло. Тепло сегодня, да? Да, я поэтому и разделся. Что-то тебя не припомню. Впервые здесь, наверное. Я эту деревню построил, твар. О, дети, тут уже и дети завелись. А про меня, короче, никто никому даже не рассказывает. То есть, ну всем плевать, что я тут эту деревню основал, по сути. Надо убить всех. Так, я там?
Или я тут? Я не тут и не там. Подожди, а где я? Где там, если я тут? Даже больше. Кто там, если тут я? И зачем я тут, если я не там? М? Вот ведь вопросы.